И снова добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в христианском социальном центре «Новое время». На этой неделе мы говорим с вами о том, как Бог может давать выход каждому человеку из конкретных жизненных ситуаций, трудностей, проблем. И мы говорили о том, что Бог ожидает, чтобы мы, как Его дети, просили у Него народы. Он ожидает, чтобы мы не ставили ограничений, чтобы наши проблемы, они не стали той границей, дальше которой мы не приходим и не идем в наших отношениях с Богом. Бог может гораздо больше. Он называет нас своими детьми. Он называет вас своим сыном. Он называет вас своей дочерью. Поэтому обратитесь к Нему. Не стоит переживать из-за этого. Не стоит переживать из-за каких-либо проблем. Но я хочу прочитать вам сегодня потрясающий еще стих. 12 стих 2 главы книги Псалмов. Здесь написано: «Блаженны все, уповающие на Него». Друзья, когда мы проходим через жизненные трудности, через жизненные обстоятельства, которые нагибают нас в жизни, которые не дают нам возможности спокойно жить, которые лишают нас сна, которые лишают нас покоя, о которых мы постоянно думаем, из-за которых мы не можем сосредоточиться, может быть, вы не можете сосредоточиться на жизнях ваших детей, на жизни вашей семьи. Бог говорит, что есть ситуация, есть состояние, в котором приходит блаженство. Блаженство – это слово, которое произошло от корня «благо». Благо, то есть добро. Бог говорит, добро приходит в жизнь всех, кто уповает на Него. Если мы будем уповать на Бога, если мы будем способными, проходя сложные обстоятельства, проходя жизненные трудности, жизненное давление, если мы способны будем в этот момент удерживать в фокусе нашего внимания Бога, удерживать то, что Он способен разрешить любые трудности, Бог, сам Бог называет нас в этот момент, Он говорит, в этот момент времени приходит состояние, которое называется блаженство, состояние блага. Вам нужно просто представить перед собой Иисуса. Нужно представить перед собой Его лицо. Нужно представить перед собой Его жизнь. Нужно представить перед собой в этот момент, как сам Бог берет вас за руку. Он поднимает вас из ваших обстоятельств. Он тот, который выводит вас за пределы их. Сами по себе мы не можем выйти за пределы жизненных обстоятельств. Но вместе с Богом, когда Он держит нас за руку, в этот момент времени вы способны переступить через границы ваших проблем. И Бог говорит, что в этот момент приходит благо в вашу жизнь. Вы знаете, я хочу вам сказать, не отчаивайтесь. Какие бы ни были обстоятельства вашей жизни, сам Бог, Он будет вести вас за руку. Просто доверьтесь Ему и уповайте на Него. Да благословит вас Господь.